Здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Сегодня я и мой коллега Андрей Метлёв пригласили в гости заместителя главного редактора Foreign Affairs Chronicle Дмитрия Галкина. Дмитрий, здравствуйте. 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 Собрали вам так много вопросов, имеющих отношение ко внешней политике, потому что уже очень много важных встреч случилось на прошлой и уж на этой неделе. Да? Ну, начнем, наверное, вот вчера буквально был парламентский форум стран БРИКС. Да? Вот давайте начнем, наверное, с этого форума, потому что у нас мало что об этом форуме говорено, честно говоря. Вы знаете, мне кажется, что вообще Россия сейчас рассматривает формат сотрудничества в БРИКС. Это Путин, кстати говоря, вот сказал же, что его интересует сейчас не столько семерка, которая является клубом по интересам, сколько другие форматы. Римский папа, например. Римский папа, например. И готовится уже саммит БРИКС, который должен пройти в июле в России. И вот поэтому подготовка, в рамках подготовки этого саммита, это одно было из ключевых мероприятий, это встреча глав парламентов. Правда, не получилось, что встреча глав парламентов, потому что Китай и Индия прислали не руководителей парламентов, а руководителей комитетов по международным делам парламентских. Но и главное, что хотелось, да, России, это перевести это все в другой формат. То есть если семерка клуб по интересам, то это должен быть какой-то уже более-менее постоянный, формализованный, институциализированный формат. И поэтому предполагалось, что в результате этого форума в Москве возникнет парламентская ассамблея стран БРИКС, вот подобная той, что существует при Совете Европы, парламентская ассамблея и при СНГ. И вот эта вот парламентская ассамблея станет постоянно работающим органом. И таким образом возникнет БРИКС уже не просто как объединение стран, вот с, как называлось, как это вначале предполагалось, что объединение стран с растущей экономикой, правда, уже, так сказать, Россия и Бразилия уже не могут похвастаться растущей экономикой, а таких вот мощных экономических стран, не входящих в западный мир, а от этого клуба надо было перейти, от этого вот совещания надо было перейти к какому-то какой-то формальной организации, которая бы также принимала участие в выработке глобальных решений, в экономических, политических. И парламентская ассамблея должна была бы стать первым шагом на этом пути. Но этого не произошло, да, как мы знаем. Ну почему? Я думаю, что здесь правильно сказал совершенно глава парламентского комитета Индии, который как раз и выступил против идеи превращения, против идеи создания парламентской ассамблеи. Он сказал, не надо придавать работе БРИКС политического измерения. Никто не хочет политизировать работу БРИКС из участников этой организации, за исключением России, и тем более превращать этот БРИКС в какое-то подобие или в какой-то, так сказать, прообраз антизападной организации, организации, противостоящей семерке, или организации, тем более конкурирующей семеркой, принимающей какие-то глобальные решения, которые бы этой семерке, решениям семерки противоречили. И здесь особенно важна вот позиция Китая, у которого на самом деле сейчас растут противоречия со странами семерки, прежде всего, конечно же, США и в особенности с Японией, и против которого фактически одно из постановлений, да, вот если вот прочесть резолюцию саммита Большой Семерки в Германии, то там одна главка, вот она конкретно направлена против Китая, об обеспечении безопасности мореплавания. И, тем не менее, Китай не пошел на это, потому что Китай не хочет никакого противостояния с Западом. И если есть, и хотя у него есть противоречия, он не хочет их превращать в какие-то конфликты, и тем более их институциализировать при помощи каких-то вот механизмов коллективного принятия решений, пусть даже и в свою пользу. И это очень важный сигнал, как мне кажется, для России. Это означает, что с Россией никто не собирается прекращать общение. В той или иной степени даже Запад будет поддерживать общение с Россией. И не только по экономическим вопросам, но и по политическим, как мы видим. И визит Путина в Италию говорит о том, что и вокруг Сирии будет какое-то общение. А недавние переговоры с представителями хуситов в Москве говорят о том, что и вокруг Йемена идет какое-то общение, потому что же ясно, что хуситы приезжали в Москву не для того, чтобы
решить какие-то свои проблемы в отношениях с российским правительством, а что это российское правительство в данном случае выступает в качестве посредника при решении этого международного конфликта. Но и Сирия, и Йемен, и ситуация вокруг Ирана, они не приведут к тому, что у России появится возможность решения своей главной, да, политической, геополитической проблемы, это вот признание статуса равноправного участника вот глобального политического процесса, что вот, как такого равновеликого Западу. И ни Китай, ни Индия не собирается помогать России решать эту проблему и не собирается с Россией там, на паях или как-то еще коллективно становиться какой-то структурой, которая бы конкурировала с Западом и требовала бы от Запада такого права на участие в выработке глобальных решений. Дмитрий, у меня реплика, просто заглянем в глоссарий на мгновение, только как, знаешь, что хуситы. Гуситы – это бариты, понятно, хасиды, а здесь вот хуситы, они вообще кто такие? Ну, вот эти вот йеменские шииты, которые… Ага. Все-таки шииты. Вот ну, там же возник достаточно сложный альянс вот, между этими шиитскими повстанцами и бывшим президентом Салехом, который уезжал в США, а потом вернулся. То есть одна из оппозиций, да, все-таки? Нет, это главная оппозиция. Они же захватили, они же захватили вначале Сану, столицу Йемена. И правительство переехало в Аден, а теперь они угрожают захватить и Аден. А Аден — это очень важный порт, через который идет огромное количество транзитных грузов. Ну и вообще, так сказать, важные. И вообще это важный оплот для вот этого законного правительства Йемена. Потому что если будет захвачен Аден, то фактически для него не останется каких-либо... Отдельно интересная тема, мы надо сделать. Я хочу сказать, что... Она интересна тем, почему? Потому что ведь Саудовская Аравия, которая является стратегическим союзником США в регионе, она ввязалась в конфликт. Причем ввязалась в конфликт явно для того, чтобы вызвать противостояние с Ираном. То есть Саудовская Аравия здесь действует примерно так же, как президент Порошенко, назначающая Саакашвили губернатором Одесской области. То есть хочет спровоцировать своего противника на ответные действия. Иран при помощи России удалось одержать от ответных действий. А если вкратце напомнить эту историю этого конфликта, то США удержали Саудовскую Аравию от наземной операции. Саудовская Аравия ограничивается бомбежками, которые не очень сильно влияют на военное положение хуситов, хотя там уже какие-то есть потери. И не очень сильно помогает правительству расширить зону своего влияния. По-моему, она даже сократилась за то время, что идут военные действия со стороны Саудовской Аравии. В последнее время начались даже перестрелки на границе между хуситами и Саудовской Аравией. И если начинается большая война, то есть в этой войне явно будут принимать участие все государства залива, плюс Саудовская Аравия сейчас контролирует в значительной степени внешнюю политику Египта благодаря огромным заимствованиям. И поэтому получается такая новая большая война, и в эту войну непременно должен будет вмешаться Иран, тем более что... Несмотря на то, что вроде бы достигнуто соглашение по ядерной программе и есть перспектива, ясная перспектива того, что 30 июня будет принято решение о снятии санкций, об этом, кстати, говорилось и на «семерке», если начнется большая война, Иран должен будет вмешаться. И тут уже Россия. И нет, это главное, что это крах всей американской политики администрации Обамы, которая была направлена на то, чтобы создать условия для снятия с Ирана санкций, для интеграции его в региональный политический процесс. Тем более, что Иран сейчас огромно играет роль в сдерживании наступления исламского государства в Ираке. То есть для США важно не допустить войны. Это может сделать Россия, которая в качестве посредника, потому что у нее есть связи и с Салехом, и, как мы видим, сейчас появляются связи вот с этими шиитскими повстанцами. И если будет выработано какое-то решение, которое позволит Саудовской Аравии прекратить военные действия, не теряя лица, потому что Саудовская Аравия не может просто взять и прекратить военные действия, она претендует на лидерство в регионе, она уже создала военную коалицию из государств залива. И если будет
такое решение достигнуто, то тогда и Саудовская Аравия выходит из войны, и есть какое-то у Ирана возможность прекратить какую-то поставку вооружения хуситам, опять-таки не теряя своего лица и не теряя роль лидера шиитского мира. И это тогда, вот, в общем-то, очень важный конфликт будет разрешен. Роль России в этом большая. И никто не собирается роль России отказываться от посредничества вокруг России. Мы видели, что римский папа, а римский папа, я думаю, представляет не только Ватикан и католическую церковь, но и какие-то политические круги западного мира. И итальянское правительство рассчитывает на помощь России в решении сирийской проблемы. И там, действительно, у России есть тоже какие-то достаточно большой задел, позволяющий урегулировать сирийский кризис, но, по крайней мере, не допустить, чтобы США попали опять-таки в Сирию в ловушку. Там тоже получается. Исламское государство сейчас ведет наступление. И из-за продолжительной войны, отсутствия перспективы, ну и вообще видно, как это естественный процесс усталости, армия Асада, которая раньше была достаточно успешной, она сопротивляется все хуже и хуже. И создалась угроза того, что исламское государство захватит Дамаск. А если создается исламское государство с столицей в Дамаске, если в Дамаске снова начинает сидеть халиф, лидер всех правоверных, лидер суннитов всего мира, то это возникает совершенно иная ситуация. То есть, во-первых, мусульмане всего мира понимают, что вот на самом деле какой расклад событий. Халифат уже есть. Но пока халифат представляет собой достаточно большой. То есть он занимает значительную часть территории Сирии, значительную часть территории Ирака. Ну и тем более, что мы знаем, что есть государства, что есть территории в других странах, в которые соотносятся с исламским государством. Но одно дело халифат, как просто какое-то территориальное образование, а другое дело халиф, сидящий в Дамаске, оттуда управляющий исламским миром. И если сейчас поток добровольцев очень большой. Опять в Австралии задержали двух женщин, кстати. Да, нет, со всего мира есть добровольцы. Люди хотят воевать за исламское государство, потому что исламское государство с точки зрения предоставляет какие-то социальные модели, которые. Наше будущее, халифат. Которые близки, но хотелось бы этого избежать, конечно. Видишь, одно слово-то как за собой, сколько вывезло, целый ВОЗ каких-то дальнейших сведений. Поэтому возвращаемся, может, к нашему блицу. И поэтому очень важно для США, чтобы Асад ушел до того, как исламское государство возьмет Дамаск. Потому что помогать Асаду США не могут. Просто потому, что это полная потеря внешнеполитической адекватности. Столько против Асада воевать, вооружать, и вдруг, так сказать, прийти ему на помощь. Получается, что все предыдущие политики США, начиная с 2011 года в регионе, это была ошибка. А потом Асад убедил их, если так сказать. Получается, да. Ну и потом уже опять-таки, ему удалось. Как на это отреагирует Турция и Саудовская Аравия, я думаю, что это, так сказать, достаточно тяжело для них будет воспринять. Потому что Турцию фактически США втравили в эту историю, и Турция надеялась от нее получить какие-то огромные внешнеполитические дивиденды, которые так и не получила. Саудовскую Аравию. И теперь прийти на помощь Асаду США не могут. Поэтому надо, чтобы этот кризис был разрешен, чтобы Асад ушел, чтобы возникло какое-то коалиционное правительство, которому можно было бы помогать, которое можно было бы вооружать, поддерживать военными средствами в борьбе с исламским государством, как это происходит сейчас с правительством Ирака. Кстати говоря, вот премьер-министр Ирака, его пригласили на семерку, именно потому, что борьба с исламским государством была одним из основных пунктов. Там была как бы большая экономическая программа, большая программа стратегического развития, ну и какие-то текущие внешнеполитические дела международные. И вот были приглашены, как известно, президент Нигерии, но вновь избранный Бухари, президенты ряд других африканских государств, которые оказываются в столкновении вот с исламистами, и премьер-министр Ирака, поскольку Ирак сейчас главный центр сопротивления. Страшно, никого из курдов не приносили, да? Могли бы кого-то из курдов приносить? Или пока рано? Ну, пока рано нет, приглашали же просто лидеров государства, у курдов же пока нет государства. Так уже ж. Да.
Ну, вполне возможно, что на базе иракского Курдистана северного, у нас, ну, раз северный что иракский Курдистан получит независимость после победы над исламским государством, потому что курды вносят огромный вклад в войну, и как и видели там эти героические курдские женщины, которые призваны на войну с исламским государством. Из Стамбула женщины там есть? Нет, хорошие. из курдских регионов. Ну, там просто это ополчение создалось, потому что на самом деле вот проблема же с исламским государством, что против него плохо воюет регулярная армия. Ну, за исключением армии Асада, потому что в армии много мусульман, и непонятно, за кого воевать. Это проблема и с нигерийской армией, которая достаточно пока не показала никаких особенных успехов в борьбе с Боко-Харам. Может быть, при новом президенте, который является опытным военачальником, это изменит ситуация. Но как-то последнее, все-таки к Украине это имеет отношение, да? Вот я хочу к Украине это имеет отношение в двух аспектах. Первое. Есть стратегия западного мира, которая неизменна. «Семерка» это показала. Россия не является больше партнером стратегическим. Россия является партнером при решении, важным партнером, никто не будет отказываться от общения с Россией, при решении экономических и политических вопросов, которые имеют для западного мира значение. Более того, мы увидели, что несмотря на рост противоречий Китая с Японией и США вот по поводу мореплавания в Южно-Китайском море, ну, особенности, да, есть целый комплекс проблем, но это главная сейчас проблема. Вот несмотря на то, что у Китая растут противоречия, Китай не становится союзником России в противостоянии с Западом. Хотя... Это об островах там бы что-то такое, да? Что это там за особенности мореплавания в Китайском море, Дмитрий? Мало им этих островов, которые не отдают России, там, Японии. Вот мы же говорили несколько раз, что для Китая Южно-Китайское море имеет огромное значение. И поскольку через него проходят практически все ресурсы, которые Китай везет из Африки и Юго-Восточной Азии, многих стран Юго-Восточной Азии. И поэтому Китаю важно обеспечить себе доминирование в Южно-Китайском море и сделать так, чтобы это плавание, чтобы плавание было совершенно безопасно для китайских судов в любой ситуации. Да, там ситуация, например, военного противостояния с другими государствами, например, с Вьетнамом или с Филиппинами, там, Китай со всеми государствами какие-то конфликты и противоречия. Поэтому Китай принимает активные действия для того, чтобы обезопасить и гарантировать себе безопасное мореплавание и обезопасить свои торговые пути. И поэтому они сейчас строят большие искусственные острова, на которых будут размещаться порты. Давайте мы их посмотрим. Вот у нас мы можем, наши режиссеры могут вывести это на экран. Это огромный, да, огромный по своим ресурсам и затратам проект. Они строят большие острова, на которых будут базы военные, на которых будут аэродромы, куда могут приставать суда. И таким образом фактически вот весь этот путь через Южно-Китайское море должен, по идее, контролироваться Китаем. То есть это фактически как военные такие пункты где-то? Ну да, да. Они торговые и военные. Понятно, почему это другим не нравится. Это вызывает некоторое беспокойство. Причем не вышки какие-нибудь строят, а острова сразу. Ну потому что, если, во-первых, это говорит об огромных организационных возможностях Китая. То есть вот этот проект продолжается относительно небольшое время, там, по-моему, полтора года активно, но уже есть видимые результаты этой деятельности. Некуда сталь просто девать уже, они же столько производят. Сталь некуда девать, и цемент. Перепроизводство. Понятно, что это как-то поддерживает китайскую экономику. Ну вот если вернуться. Да, вот если вернуться, то вот есть противоречия. У Китая. Но при этом Китай не будет поддерживать Россию в противостоянии с Западом. Россия в противостоянии с Западом абсолютно одинока, несмотря на то, что у нее есть какие-то страны ей сочувствующие, какие-то страны с ней сотрудничающие. И сам Запад не намерен доводить противостояние ни до уровня холодной войны 70-х годов, ни тем более там, до уровня холодной войны 50-х годов. То есть с точки зрения стратегии, конечно же, это для Украины выгодно, потому что если с Россией есть противостояние, то Украину нельзя бросить, да, потому что
любое расширение российского влияния на территории Украины, тем более смена внешнеполитического курса украинского руководства, это будет значимой такой победой Путина в этом противостоянии. Но есть краткосрочная перспектива. И с точки зрения краткосрочной перспективы для Украины все выглядит совершенно нерадужно. Причем здесь виноват, конечно, не Запад. Здесь виновата совершенно провальная украинская внешняя политика и полное непонимание реалий, в которых вот оказалось украинское государство сейчас. Что вы имеете в виду конкретно, Дмитрий? Ну вот, мы говорили про то, что вот Россия помогает Западу решить важные вопросы, и Папа Римский нуждается в Путине, потому что от того, как Путин сумеет договориться с Асадом об уходе, сумеет ли гарантировать ему что-то, пообещать, создать коалиционное руководство, куда вошли представители Асада, зависит судьба сирийских христиан, в частности, которая в случае победы исламского государства, она может оказаться не очень радужной, как это вот мы видели на примере Ирака. И с этой точки зрения есть какие-то вещи, которых Россию нельзя заменить. Это не только поставки энергоресурсов, но это прежде всего решение каких-то текущих, очень важных политических проблем. Поэтому все расчеты украинской власти на то, что сейчас от России, от сотрудничества с Россией откажутся и перейдут к открытой поддержке Украины, дадут оружие, начнут на Россию сильно давить, там, требовать каких-то жестких уступок по отношению к Украине, это все расчеты ошибочные. Ошибочные. Этого не будет. Потому что Россия сейчас является важным партнером, как мы видели, в двух важных вопросах. Это прежде всего Йемен и Сирия, ну и иранская проблема, потому что позиция России и Китая во многом способствовала тому, что Иран пошел на компромисс. Что делает в этих условиях Украина? Украина демонстративно отказывается соблюдать Минские договоренности, так что это приводит к отставке главы наблюдательной группы ОБСЕ. Это интересно, к этому мы вот на этом... Это почему вы так думаете? Вот многие же вам сейчас, вот многие вам сейчас оппонируют и скажут, что Украина обещала отвезти войска, она их отвела, боевики войска не отвели, и продолжаются обстрелы, люди Украина продолжают гибнуть. Украина срывает работу, срывает деятельность рабочих групп. То есть это формально они могут предъявить? Так, да, формально предъявлено. Это, как я понимаю, является главным поводом. Потому что нельзя наладить работу рабочих групп. Более того, Украина принимает законы, противоречащие Минским договоренностям. Например, пытается запретить транзит грузов. То есть перевозку грузов в ДНР и ЛНР. Ну, ответ вам такой, вы же понимаете, да, что боевики продолжают стрелять. Вот наступление под Марьинкой тоже много о чем говорит. Да? Наступление под Марьинкой о многом говорит. Но если бы Украина, одно дело, ближайшие боевики продолжают стрелять, и мы поэтому вынуждены перекрыть дорогу и не пропускаем грузы, а перестали они стрелять, мы открыли дорогу и пропускаем грузы, а другое дело принятие законов, постановлений, которые запрещают товарооборот между этими территориями Украины. Выведение всего этого в правовое поле, придание этому каких-то законодательных оснований, это совершенно другое дело, и главное, что нельзя все это переиграть теперь так просто. Да, то есть это надо отменять принятые решения. Она добровольно шла в отставку? Да, добровольно. И теперь... И вы думаете, это потому, что вот Украина не предпринимает усилий для того, чтобы наладить работу рабочих групп, саботирует ее, не занимается политическим урегулированием, отказывается от политического диалога. И в этой ситуации она достаточно проукраински настроенный человек. Уж по крайней мере обвинить ее в том, что она занимает пророссийскую позицию, невозможно. Но в этой ситуации у ДНР, ЛНР и стоящей за ними Москвы появляется козырь на руках. И она должна либо реагировать на эти претензии как-то и выступать с какими-то заявлениями относительно украинской позиции, либо уходить в отставку, что она и сделала.
То есть это совершенно, совершенно разумный шаг человека, который не хочет публично критиковать Украину. Дмитрий, вот очень... Но, даже не в этом дело. Продолжаются попытки по-мелкому раздражать Россию. Вот зачем... Но это вы сейчас про Саакашвили, конечно. Это вообще про эту историю с Приднестровьем. Вот спрашивается. Вы, можно спросить про руководство Украины, всерьез они считают, что Россия для того, чтобы спасти Приднестровье, пойдет на какие-то уступки по ЛНР и ДНР, и какого рода уступок они от России ждут по ЛНР и ДНР? Что Россия сделает что? Уведет оттуда войска и даст их победить военным способом? Нет, этого не будет. Сдаст руководство ЛНР и ДНР правоохранительным органам? Что Россия должна сделать? Каких уступок от нее ждут в обмен на Приднестровье? Коридор точно пробивать не будут, не должны. Коридор? Нет. Я говорю, что после того, как Путин зафиксировал свою победу 9 мая, я думаю, что у него одна мечта, это как можно быстрее эту победу завершить какой-то, так сказать, это формальными политическими договоренностями. Ну, именно поэтому вот они заговорили о том, что и Донбасс, вот часть оккупированного Донбасса, и Крым, это вообще украинская территория, об этом же заговорили боевики, правда, на следующий день опровергли это. Ну, понятно, что, так сказать, они готовы, я думаю. Они показали, что, в принципе, такая готовность существует. Поскольку понятно, что и говорили они, опровергали они по разрешению предварительному, то было показано, что такая возможность существует. А у меня ясно. Один вопрос. Извините, просто я не понимаю, вот чего можно добиться удушением Приднестровья? Я уж не говорю про то, что в Приднестровье живет большое количество украинских граждан. Я думаю, что 750 там формально проживает, это на самом деле меньше, потому что многие уехали на заработки. Но 750 тысяч жителей Приднестровья, я думаю, примерно 100-150 тысяч точно обладают украинскими паспортами. Вот. А удушение в чем? То, что не пускают российских иностранцев туда? Нести службу? Ну, через Украину не пропускают? Нет, все? Вот сейчас, как я понимаю, одна из целей – это полностью прекратить какой-либо грузопоток в Приднестровье со стороны Одесской области. Ну, пока этот вопрос не решен. Ну, как я понимаю, начинает решаться. А там уже начинают снимать руководителей. Там понятно, что все это коррупционные схемы. Понятно, что это теневой поток. Но просто мало того, что он дает работу и заработок жителям Одесской области, пускай они самые, так сказать, может быть... Дмитрий, мы против коррупции, извините, но в этой студии... Да. Я тоже против, но... Понятно, что... Ну, просто я хочу сказать, что же там в этническую ситуацию в Одесской области, представьте, она же достаточно сложная. Там с гагаузами, да? И с гагаузами, и молдаване, которые проживают на границе с Приднестровьем, они достаточно позитивно относятся к Приднестровью. То есть для них Приднестровье не является каким-то враждебным или чужим образованием, хотя бы потому, что контрабанда туда и оттуда дает им возможность заработать. А, кроме того, в Одесской области проживает большое количество болгар, которые всегда были достроены достаточно положительно по отношению к партии регионов. Хотя они голосовали в основном за КПУ, но они хорошо относились к партии регионов. Теперь они... После того, как антинародный режим был свергнут, ситуация в районах, где компактно проживают болгары, очень ухудшилась, потому что и это Дунайское пароходство, которое фактически является главным работодателем, одним из главных работодателей в Измаиле, и какие-то промышленные предприятия, которые расположены в Болграде и Измаиле, они переживают чрезвычайно тяжелые времена. И там проходит массовое сокращение, и возникает социальная напряженность. Кстати, похоже, Дунайское не продают, да, вот не выставлено оно на продажу пока еще? Пока еще нет. Но там проходит сокращение, то есть там тяжелая ситуация. И вот здесь, в таком взрывоопасном регионе, где есть антиправительственные, даже антигосударственные настроения, предпринимать такие резкие действия. Для чего? Для того, чтобы насолить России, чтобы ей показать, что мы можем ударить по Приднестровью, придушить его экономически. Но тем более, смотрите, вот запретить транзит российских военнослужащих через Украину в Республику Молдавию. Соответственно, для того, чтобы они менялись в
Приднестровье. Чтобы их уберечь от нападений мирных граждан, которые могут просто возмутиться и представить, что будет. Ну просто представить, там служат военнослужащие, что как Россия будет их оттуда вывозить. То есть России рано или поздно придется решать эту проблему. Ну и пусть решает. Мы же решаем нашу проблему. Самолеты, воздушные какие-то коридоры. Конечно, пусть занимаются, пусть платят за это. А так воздушный коридор как вы создать? Вот и пусть летают как угодно. Они бомбят наши просто... там... Через Болгарию море можно теперь же. Нельзя, там же как президент. До Болгарии недалеко же. До Болгарии недалеко. Я считаю, что история с Приднестровьем — это очень опасная история. Тем более, что... Мы видели, как заволновалась и радостно, так сказать, заголосила российская партия войны, которая сказала, что вот, что вот мы всегда говорили, что надо будет воевать и прокладывать, и нельзя останавливаться, и что в любом случае это надо создавать повод для возобновления военных действий. И теперь же действительно может сложиться такая ситуация, когда пострадают российские военнослужащие или самолеты, или еще что-то при дальнейшей, в случае дальнейшей эскалации этого конфликта. Знаете, у нас есть козырь, да? Все будет нормально, Саакашвили сейчас там есть, назначен, но, просто, и все решится. Ничего не дает. Вот есть какие-то вещи, которые что-то дают. Вот если бы, например... Ну что дает? Ну, Дмитрий, скажите, неужели Минские договоренности что-то дают? Минские договоренности могли бы что-то давать, если бы Украина была какая-то своя игра. Собственно, у нас есть медийная и единическая версия у нас, да, что все-таки срыв Минских договоренностей, произошел из-за того, что постоянно идет обстрел со стороны боевиков и подтверждение тому Маринка, да? Вы делаете вывод из того, что отставка вот европейская замечательная сочувствующая Украине женщина, да? Это не действует рабочая группа. Так сказать, следствие того, что Украина нарушала и так далее. Вот такая связь. Нет, посмотрите, что такое Маринка? Мы знаем, что в России, и особенно и мы это видели, так сказать, по истории с ГРУ, и особенно в ДНР, ЛНР, есть люди, которые очень хотят возобновления войны. Очень хотят. Потому что это заработок, это статус. А для некоторых, кто стоит за ними, это еще решение каких-то их политических проблем. Более того, мы видим, что хотя российское руководство решило все свои политические проблемы, ради которых затевалась вот эта вот украинская история, аннексия Крыма и затем в вмешательство в конфликт на Донбассе, они решены. Да, то есть Россия находится экономика России падает, политические настроения при этом не меняются, власть контролирует и региональное политическое пространство, хотя еще год назад были сомнения в том, что ей удастся это сделать. Власть контролирует медиа по-прежнему, а это значит, что такое контроль над медиа? Это свидетельство того, что крупнейшие олигархические группировки российские сохраняет лояльность по отношению к власти, в том числе и те, которые там с ней расходятся по каким-то внешнеполитическим вопросам. То есть проблемы, ради которых все это затевалось, решены. Может, но это закрытый значит, проект, это два не, проекта закрыты. Но это не значит, России, что это будет решаться дальше. Русский мир, закрытый проект, да? Эти проекты закрыты. Это же были инструменты достижения этих целей. Угу. То есть у России главная была цель российского руководства – это не допустить политического провала в связи с неизбежностью, потому что уже в 2013 году было понятно, что экономический кризис в России неизбежен. И это, так сказать, заставило, это плюс еще угроза того, что Путин окажется проигравшим в украинском вопросе, и это подстегнет какие-то процессы внутри России политические. Так он и проиграл в результате? В результате, нет. С точки зрения формальной, для российских политических сил и элиты он выиграл. Он сохранил Крым и перенаправил, возможно, недовольство от падения уровня жизни, переплавил его в радость по поводу того, что Россия расширила территорию, получила какой-то сакральный кусок земли. Он лишил оппозицию возможности выступать против власти, поскольку оппозиция вынуждена поддерживать действия России. Это сталинистская оппозиция в лице КПРФ, там, такая ностальгирующая по Советскому Союзу, вынуждена поддерживать действия в Донбассе. Националисты вынуждены поддерживать действия в Донбассе, а других
серьезных оппозиционных сил, которые могли бы составить конкуренцию власти, в России нет. То есть он с этой точки зрения выиграл. Дмитрий, вам не кажется, что тут есть достаточно сложная ситуация для Путина в том, что на самом деле за этот год он потерял, вот по официальным данным, вот у нас был Зимовец, доктор экономических наук, он сказал, что Россия за один год потеряла 1/3 своих золотовалютных резервов. Да, абсолютно верно. Это первое. Второе, не кажется ли вам, что сейчас Россия имеет несколько дотационных регионов, и вот если я не ошибаюсь, они приблизительно в такой очереди, это Чечня, Крым и Якутия, по-моему, да, вот очень такие вот серьезные. Я думаю, что там больше дотационных регионов. Ну, да. Вот это из основных, топовых каких-то, да? Вот. И четвертое, если вопрос на Донбассе не решится так, как хотелось бы Путину, путем переговоров и путем вовлечения вот этих вот территорий с боевиками снова в межи Украины. На его условиях. На его условиях, конечно. То для Путина это серьезный вопрос, что вот будет дальше на этих территориях. Именно об этом я и говорю. И поэтому я думаю, что он готов костьми лечь за то, чтобы снова реинтегрировать эти регионы. И мне кажется, что тут со временем он, ну, наверное, будет готов идти уже и на любых условиях реинтегрировать, потому что иначе ему нужно их будет датировать. Если он не будет их датировать, то что будет дальше? Надо будет? А что будет дальше с этими регионами? Они станут источником нестабильности у него на границе. Станет жалко этих людей, он будет их кормить. Так, конечно, он бросил уже их. Конечно. Нет, просто я именно про это и говорил. Просто это Андрей меня спросил, почему Путин победил, и я начал отвечать на этот вопрос. Я про это и говорил, что сейчас он выглядит победителем и является победителем. Но развитие ситуации не в его пользу. Не только потому, что там есть Донбасс, и который надо как-то куда-то интегрировать, или там Крым, который надо как-то легитимировать его присутствие в составе России, а это нерешаемая задача. Но и потому, что экономические процессы продолжают развиваться крайне тяжело для России. И никакого просвета впереди нет. А главное, что Россия не в ближайшем, как мы уже говорили, в стратегической перспективе, лишилась возможности пользоваться поддержкой Запада. И даже какие-то временные уступки, может быть, даже и в экономической сфере, и это, может быть, возвращение какого-то доступа к финансовым ресурсам Запада, оно не решает этой проблемы, которая связана в том, что Россия перестала рассматриваться Западом как перспективный партнер. И мы видим, что, так сказать, инвестиции даже в энергетическую сферу, они вряд ли вернуться на прежний уровень и после разрешения конфликта, именно потому, что Запад больше не рассматривает Россию как перспективного партнера. Первая победа. И более... Нет, стратегическое поражение. Угу. Не первое, а стратегическое поражение. Но просто же никто... На постсоветском пространстве нет ни у кого стратегического мышления. Никто не собирается мыслить стратегически. Потому что если начнешь стратегически мыслить, то лучше повеситься. И пространство большое очень. Оптимистично, однако. А поэтому все живут какими-то короткими. Очень короткий горизонт планирования у любой постсоветской элиты. Это, кстати, наверное... главная ее особенность. Шот-дринк, помните? Да, шот-дринк. Поэтому и ведут себя так. И с этой точки зрения, с точки зрения краткосрочной, он сейчас выглядит победителем, но события развиваются не в его пользу, поэтому какое-то возобновление, либо интеграция на его условиях, либо возобновление конфликта. Но понимаете, он не может просто взять и начать полномасштабный конфликт на Донбассе. Не может. Но и бросить без денег его, что же не может? Но Приднестровье дает ему возможность это сделать. Если там, допустим, я не знаю, случайно гибнут российские военнослужащие, как это произошло, да, как это, так сказать, это вообще вполне возможно, или сбивает российский самолет, то это становится поводом для возобновления конфликта. То есть, а он заинтересован дальше вообще в возобновлении военных действий? Ну, вот объективно, если честно. Вот повод тому, мы же понимаем, повод очень легко находится в международной политике, и мы знаем начало там всяких войн, как они начинались, из чего. Объективно он в такой перспективе там, более длительной, там, не за пределами нескольких месяцев, конечно, заинтересован. То есть заинтересован. Но просто я говорю, что события развиваются негативно. Вот посмотрите, у него сейчас есть. Если он сейчас не зафиксирует победу, что такое для него сейчас победа? Это Донецк и Луганск, возвращая состав Украины,
На правах автономии какой-то. На правах автономии, да. На его условиях. Вот это победа. А если мы говорим, Украина говорит ему нет, что дальше? Если Украина говорит ему нет, и события в России продолжают развиваться в опасном для власти ключе, то ему снова надо переключать внимание общества на военные действия. Снова на эскалации. Ну а иначе просто поймите вот эту логику. Либо тогда российская, поскольку российская элита, наверное, просчитывает эти риски и хорошо понимает, чем это может закончиться, либо она может пойти на какое-то ограничение власти Путина. Тем более, что я думаю, что вопрос с 2018 годом, скорее всего, будет решаться с учетом мнения Запада, а Запад не хочет движения Путина в 2018 году, естественно. Если российская элита не способна или не может это сделать, не может никак его ограничить, то тогда, я, кстати говоря, не уверен в этом, что она совсем не способна, тогда, конечно, у него появляется необходимость и возможность найти повод для возобновления конфликта, потому что, ну вот представьте, там осенью начнется новая волна экономического кризиса в России. Вот, понимаете, это же как... Мы обсуждаем Путина. Но в такой же ситуации находится и украинское руководство. Ну, смотрите, вот если бы сейчас разрешился этот конфликт, надо было бы заниматься экономикой. Ну, прямо скажем, падение украинского экспорта 34% по сравнению с периодом с января по апрель предыдущего года. Вот за период с января по апрель 34% падение экспорта. В России 30%. То есть, так сказать, сравнимые показатели. Но при этом у России же гораздо больше вот эта подушка безопасности, так называемая. Ну, это понятно, да. И поэтому там это не так заметно. Вот представьте, вот сейчас бы, вот в нынешней ситуации вот не было бы этого конфликта. Вот как бы выглядело это правительство, которое ничего в буквальном смысле этого слова не сделало для того, чтобы поддержать украинскую промышленность. Вот кроме бессмысленного дележа и радости по поводу того, что мы это у Фирташа отняли, а это еще у Ахметова отнимем. Причем, а это само сгорело. А это само сгорело, да. Вот ничего, никаких мер по поддержке промышленности, по поддержке украинского экспорта нет. Да, со смехом, но это же там не люди даже, просто слово. Украинской власти также опасно оставаться без конфликта. Как без конфликта опасно оставаться Путину. Ну, тогда конфликт практически не ну, имеет конца. Пытаются, есть у конфликта начало, нет конфликта. Ну, да, не поэтому возникает эта история с Приднестровьем. Совершенно безответственная история. Дмитрий, причем в России, да, это распространен миф о том, что это республиканцы заставили Порошенко взять и назначить Саакашвили губернатором Одесской области. Но мы с вами знаем, что это местная инициатива в надежде на то, что таким образом удастся спровоцировать Путина на какие-то действия. Причем, так вы считаете, что назначение Саакашвили – это попытка спровоцировать Путина? Ну, потому что нет ничего... Понимаете? На что, Дмитрий? Понимаете, ведь вот мы плохо представляем, в силу какого-то, так сказать, недостаточно обширного социального опыта, психологию вот этих вот участников, как сказать, организованных преступных сообществ 90-х годов. Mm-hmm. А российское руководство, в особенности окружение президента, оно вышло из организованного преступного сообщества, управлявшего ленинградской, петербургской экономикой в 90-е годы. Часть наиболее, так сказать, не вписываемая в какие-то приличные рамки, часть этого сообщества погибла в начале 2000-х при загадочных обстоятельствах. А вот, так сказать, часть утвердилась в качестве окружения российского президента. И для них важны какие-то сигналы, которые, может, мы не чувствуем даже. Но вот представьте, вот у твоего руководителя, скажем так, есть личный враг, который его, как известно, обзывал за глаза, придумывал ему разные смешные прозвища, провоцировал нарочно. С ним, так сказать, это
пытался мириться силой, воевать. Напал даже там немного. Немножко напал. Ну, это сказать, это правда, нельзя сказать, что напал, потому что это была территория Грузии. Это формально. Остается территория. На своей территории напал. Напал на своей территории. Напал на своей территории, да. Это уточнение принимается. И вот этого человека, который является личным врагом и вызывает личную неприязнь у руководства, ставят на значимую должность, причем поручается такая достаточно опасная, да, для российской власти операция по вот, блокированию Приднестровья и лишению его потоков контрабанды, которая составляет значительную часть дохода для Приднестровья. И этим занимается не кто-нибудь, а занимается личный враг, которому есть какие-то, так сказать, старая история неприязненных отношений. Неоплаченные счета. Несчета есть, неоплаченные. И вот в этой ситуации что получается? Что вот смотрят товарищи и говорят, а как же наш штат реагирует? Даст он им или не даст? И для них это очень важно, потому что там же от того, насколько он жестко и смело реагирует, зависит и, а стоит ли ему сохранять лояльность, или лучше пойти договориться с, вот, с всемирным полицейским. Ну и да, был... история про Акела промахнулся, да, никто не отменял. Да, да. А здесь вот как раз тот случай, когда Акела должен бить. Иначе товарищи просто не поймут. Кто Маугли, вопрос? Вы перешли на язык Киплинга, потому что вы на фене будете. Сходняк, общак, малина, там разобрались. Какая-то версия такая, Дмитрий, это все-таки личный враг. Неужели настолько там вот серьезно укоренена вот эта вражда какая-то? Ну, вы даже несколько раз подчеркивал. Помните, это когда был этот пресс-конференцию, он давал по поводу этого конфликта 8-9 года. То есть Путин говорил что-то о Саакашвили? Путин. Все время говорил. Все время говорил. И смеялся над ним, и говорил, что, помните, ну, я не могу, к сожалению, повторить, передавать, да, юмор Владимира Владимировича, но обещал его повесить и так далее. Ой-ой. Ну да, да, это как-то было. А Одесса, опять же, ну, понятно, да, вот Южная Пальмира, исконный персско-русский город. Здесь главное Приднестровье, понимаете, если бы назначили... Так, ты смотришь, не делай такие резкие сепаратистские заявления, пожалуйста. Если бы назначили губернатором любой другой области, наверное, может быть, не так было бы вызывающе. Если он назначает губернатором той области, то эти Одесской области, и понятно, что главная его задача – это перекрыть поток грузов в Приднестровье и способствовать экономическому удушению Приднестровья. То есть его еще и направляет, так сказать, снова, так сказать, пошел на передовую. То есть здесь вот мы говорим, что мы плохо понимаем вот, психологию этих людей, потому что мы в 90-е годы, к сожалению, нас не допускали. Ну, мы-то да, но у нас есть такие люди, которые имеют такой хороший опыт. А, нет, вы знаете, вот они вот, как мы видим, вот эти вот люди в окружении Януковича, они не могли договориться. Почему? Потому что между ленинградскими этими петербургскими ребятами и донецкими, видно, что это большая разница. Я вот заметил, что в Украине вот эти вот группировки, они держатся строго районного принципа. Вот это вот мое, и вот не трогай, а я к тебе не приду. А в России? А в России они наоборот. Это с самого начала была экспансия. Все мое. Он не пытается контролировать окраину там, это, города, где он вырос, а он едет в центр и пытается решать вопрос в центре. То есть вот все, если, вот, например, взять все российские крупные группировки, да, там, они начинали... Ну, солнцевские, да, вот или казанские вначале, еще до солнцевских, чечены. Они все же начинали с борьбы за Москву. Не, ну подождите, а партия регионов разве за что боролась-то? Партия регионов вначале вот свое, а потом уже, так сказать, получив свое, стала рассматриваться по сторонам. А для тех не было своего, для тех надо было сразу двигать в центр. И сразу захватывать как можно, так сказать, более лакомый кусок, а не пытаться построить маленький какой-то заборчик вот вокруг гарантированного, данного, так сказать, это, истории Донбасса и там воли обстоятельств. И поэтому им было тяжело понять, потому что российское стремление к экспансии, они не понимали. Для России было непонятно. Для этих российских людей было непонятно, а почему те так держатся за свое. Мы им предлагаем выгодные дела,
вместе, так сказать, какие-то большие операции проворачивать. Так сказать, это, а потом... Никто не будет делить, накладе. Да, да, никто не будет накладе. Все будут зарабатывать. Путин же говорил, мы им предлагали очень выгодный проект. Все должны были заработать. Они отказываются. Для него это непонятно. А они отказываются почему? Потому что вот это вот наше. Мы не хотим с вами здесь ничего. Мы можем там где-то... А вот это наше. То есть это очень сложно им было понять, именно потому что вот разные социальные опыты, разный опыт борьбы вот за это экономическое доминирование в стране, да, у них был. И здесь вот и сейчас накладывается непонимание. То есть они, им кажется, что они создают какой-то Путину неприятный какой-то, дают Путину неприятный сигнал. А на самом деле они провоцируют его на неизбежные действия, потому что там совершенно другое, несколько иная среда, которая по-иному воспринимает те сигналы, которые там, имеют там, политический характер. Ну, вот это не занимается политикой. Студия, смотрите, Берия, вот все-таки назначение Саакашвили, да, оно так или иначе еще и отсылает нас, ну, к одесской трагедии. И, может быть, кто-то там ждал, что в Одессе будет какое-то сопротивление. Ведь абсолютно нормально приняла и область, и город это назначение. И в этом смысле Саакашвили лишь как вот маркер, подтверждающий, что Одесса остается абсолютно там лояльным Киеву городом и центру. И никакой сопротивление там невозможен. Как, может быть, на это я думаю, что вот после, года назад, после осени, вот после сентябрьских, наверное, событий прошлого года, больше нет желания распространять за пределы Донецка вот это сепаратистское движение. Угу. Но прежде всего потому, что тогда в сентябре было ясно сказано, что любое, так сказать, это возникновение, ну, Запад ясно дал понять, что все это будет восприниматься не как народная инициатива, а как повод для ужесточения санкций. Как оно есть. Как повод для ужесточения санкций. Mm-hmm. И поэтому никаких, я думаю, что попыток создать какие-то новые квазигосударственные образования на территории Украины, их не будет. Или другой, расширить. Или расширить территорию уже существующих. Но то, что будут пытаться спровоцировать социальные конфликты, тем более, что там не надо особо стараться. Там есть почва и для межэтнического, и для социального конфликта, которая возникла в силу экономических обстоятельств в Одесской области. Естественным образом, что называется. Поэтому на что сейчас делает расчет России? На что российское руководство? На то, что будут социальные движения, будут социальные конфликты, которые украинская власть не перенесет. И она сама начнет рассыпаться. И вот это вот, как я понимаю, перспектива того, что Украина начнет рассыпаться на какие-то автономные образования, практически независимые от центра, она и является главной ставкой сейчас в российской внешнеполитической игре по отношению к Украине. Все-таки вот ситуация в Мариинке, и возвращаясь, вот, наверное, последняя тема, все-таки к минским договоренностям. Дмитрий, вам не кажется, что, как бы цинично сейчас это не звучало из моих уст, вот минские договоренности очень невыгодны для Украины. Это очевидная вещь. И Украина формально, несмотря на то, что она не участвует в этих контактных группах, или там вот они создаются, Украина все-таки участвует, мы знаем, что идут переговоры, и Кучма, и сейчас и Марчук там участвует, и еще другие люди. Вот. Значит, и вот невыгодны эти минские договоренности. И тут вдруг идет наступление на Мариинку. И это совершенно хороший повод для Украины сказать, знаете что, дорогие, мы сделали все, что могли, а теперь мы вот вынуждены отказаться от минских договоренностей и идти другим путем. Сказать кому? Западу, потому что в первую очередь для Запада это было важно. То есть минские договоренности же в первую очередь действуют на Запад. На кого они еще действуют? Они вообще бессмысленны, по большому счету. И Запад будет держаться за них до последнего. Вот он держится за них. Ну, то есть вам не кажется, что вот ситуация в Мариинке будет хорошим поводом, чтобы все-таки отступить от этих минских договоренностей и искать другие? Чтобы Украина могла отступить от минских договоренностей? Запад не позволит отступить от минских договоренностей. Вы считаете, Запад не позволит? Ни при каких обстоятельствах. И, пожалуйста, вон, сейчас на семерке в той части резолюции, которая касается по Украине, ясно сказано, что минские договоренности являются основой для политического регулирования. Семерка сказала. То есть это и санкции против России секторальные, они же увязаны с несоблюдением минских договоренностей, а не с чем-нибудь другим. То есть никто от минских договоренностей не отказывается, отказаться не собирается. Другое дело, что
Украина должна была показать, мы готовы соблюдать, а Россия их саботирует. Вот если бы Украина демонстрировала готовность их соблюдать, была бы совершенно иная ситуация. Если бы не срывалась деятельность рабочих групп, если бы не принималась... Но не по вине Украины. Ну а кто, так сказать, мешает наладить нормальный товарооборот? Это же, так сказать, все же это украинские решения. Чтобы как можно больше затруднить товарооборот между этими районами и остальной Украиной. Кто, так сказать, это... Всегда говорил, что, если вы помните еще тогда, когда эти выборы 2 ноября, они только начинали, что да, там будут избраны совершенно неприятные для Украины люди. Ну, надо же было бы, ну, их надо, так или иначе, с ними надо разговаривать. Больше нет людей. А говорить, вы давайте сначала изберите украинскому законодательству, а потом будем с ними разговаривать, это бессмысленно. Ну, это же диалог не с ними, это произойдет. Диалог с Россией. С ними-то что говорить? Россия, они не на понимаете, что... в чем победа, да, главная Путина? Что привел выгодный для него формат. Он говорит с Западом, а Россия, а Украина говорит с этими лидерами сепаратистов. Поэтому не удастся говорить с Россией напрямую. Не удастся, он не будет, он будет уклоняться от этого. Но, слава богу, останется нормандский формат, как возможность такого, хотя, по крайней мере, неформального общения и выяснения отношений. Но от минских договоренностей, это вот надо понять, никто не разрешит отказаться. И поэтому они неприятные, они тяжелые, они заставляют общаться с совершенно, так сказать, невозможными людьми, казалось бы, на первый взгляд. Принимать в качестве политических партнеров людей, которые, во всяком случае, не являются полноценными, уж тем более полноправными представителями этих территорий. Но, тем не менее, другого выхода нет. И вот внешнеполитическое поражение Украины, оно связано именно с тем, что Украина не в состоянии осознать, украинское руководство, конечно, но не в состоянии осознать необходимость выполнение Минских договоренностей, как бы тяжелые они не были. Вот смотрите, политическая катастрофа, с чем была связана? С тем, что руководство Януковича было не в состоянии понять, что надо договариваться с оппозицией, хотя им казалось, что с этими людьми договариваться не надо, потому что кто эти люди, и кто они такие, и чтобы с ними говорить, и тем более пытаться создавать с ними правительство, выполнять их условия. Дальше несоблюдение соглашение 21 февраля было связано с тем, что оппозиция казалась, что раз она победила, то теперь, зачем теперь соблюдать какие-то соглашения с проигравшей стороной, потому что проигравшая сторона виновна в убийствах, это совершенно невозможные люди, которые боролись против собственного народа, почему же мы теперь должны с ними разговаривать? Ну и президент сбежал. Ну и президент сбежал, не надо было, это, не имея голосов на импичмент, отстранять его от власти. Нужно было просто объявить, что поскольку он не находится в стране, его обязанности выполняет... Кто по закону там должен был выполнять обязанности? Глава рыбак? Парламента. Рыбак? Да, рыбак. Рыбак, глава партии регионов, все то же самое, это было невозможно. Вы же сами понимаете. Ну, можно было переизбрать, но глава парламента должен выполнять. Сослагательное наклонение уже. Нет, я имею в виду, что все внешнеполитические катастрофы были связаны с тем, что казалось, что вот эти власти, да, украинской, то одно, это потом другое, что вот эти договоренности можно не соблюдать, потому что это договоренности с неприятными, неприличными людьми, они несправедливые, тяжелые, и нас обязывают совершать какие-то вещи, которые нам не хочется делать. И это все совершенно неправильно. Обязательно надо договариваться и соблюдать договоренность, и для Запада это был бы сигнал адекватности украинской, для подтверждающей адекватность украинской власти, если бы Украина... Если бы Киев начал бы пытаться хотя бы имитировать поиск политических решений. Но Киев отказывается даже от имитации. Но нельзя так вот... Это же, то есть, выходит за рамки какого-то допустимого поведения. И с этим связано резкое ужесточение позиции по отношению к Украине за последние несколько месяцев. Ну, в чем она проявилась? Я что-то вот со стороны Запада резкое... Ну как? Да, во-первых, то, что Запад после срыва первых Минских договоренностей пошел на навязывание новых Минских договоренностей, еще более жестких. То, что фактически нет больше
какого-то консолидированного, какой-то консолидированной поддержки Украины в противостоянии с Россией. Ну, санкции же остались. С помощью санкций Запад решает собственные проблемы, связанные с неприличным поведением России. Ну а кто вышел? Почему нет консолидированного? Вышел? Остались. Нет, что значит? Ну, Греция это не в счет. Нет, я имел в виду, что наоборот, так сказать, может быть, это именно лидеры западного мира перестали оказывать ту политическую поддержку, которую они оказывали летом и осенью прошлого года. Ну, смотрите, так сказать, это нету каких-то заявлений, призывающих, например, корпорации инвестировать в Украину. Да? Ну, это понятно, да. Без этого, так сказать, нету. Нету никаких заявлений там в поддержку каких-то решений о предоставлении Украине экономических льгот. Но, с другой стороны, правительство выступило, вот Штаты, в частности, выступило гарантом для того, чтобы можно было реструктуризировать вот эти вот долги корпоративные. Украину не бросят. Украину не дадут здесь произойти экономической катастрофе. Потому что экономическая катастрофа означала бы неминуемый социальный хаос со всеми вытекающими отсюда приятными для Москвы последствиями. Москве никто не даст такого подарка. Тем более, что поэтому экономическую катастрофу не допустят. Я в этом убежден. В смысле, даже дефолта? Даже дефолта. Я в этом убежден. Не по экономическим, а по политическим соображениям. Но одно дело не допустить поддержку, а другое дело, так сказать, дать возможность с Россией. Нет давления совершенно на государство, которое мы видели. Совершенно же изменилось поведение Лукашенко и Назарбаева, потому что они явно не ощущают больше давления со стороны Запада, и поэтому они, так сказать, это гораздо более жесткую тоже позицию заняли по отношению к Украине, чем это было летом-осенью прошлого года. То есть явно исчезло давление на восточноевропейские страны. То есть Запад прекратил, Запад не прекратил считать Украину своим союзником. Это и невозможно сделать, еще раз говорю, потому что для Запада какой-то серьезный внешнеполитический успех России сейчас недопустим. Ну, я имею в виду, особенно, так сказать, связанное с поглощением Украины. Но уровень поддержки за последние полгода очевидно снизился. Очевидно. И это связано, мне кажется, прежде всего с неспособностью Украины хотя бы, так сказать, показать, что она готова действовать в рамках тех договоренностей, которые Запад предлагает для урегулирования конфликта. Спасибо вам огромное. Это был Дмитрий Галкин, Андрей Метлев и Дмитрий Галкин, заместитель главного редактора Foreign Affairs Chronicle. Напомню еще раз нашим зрителям. Спасибо вам огромное. Спасибо вы оставайтесь с нами. Спасибо. Это был Укрлайф.